Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня у нас видео распаковка. Распаковывать мы будем мой заказ с интернет-магазина Веледа. В группах, в которых я состою по покупке косметики, девочки выложили новость, что за покупку определенных средств, а именно средств для душа и детских средств, можно получить полноразмерные средства в подарок. Я решила этой акцией воспользоваться, потому что до этого вся продукция Веледа, которая была у меня в использовании, была в миниатюрах и приходила в бьюти-боксах. А здесь была возможность что-то выбрать. Также был выложен промокод на скидку. Промокод BABY давал скидку 20%, плюс доставка ко мне 160 рублей. Доставили мне курьерской службой DPD. Довольно быстро, туда, куда я попросила, было очень удобно. Пришла вот такая вот коробочка, и давайте, наверное, будем ее распаковывать. Коробка очень такая хорошая, качественная. Итак, что же я купила? Я купила вот такое вот средство. Это березовый пилинг для душа 150 миллилитров. Стоимость этого пилинга 738 рублей. Со скидкой он получился 664 рубля. Давайте почитаем, что же он у нас из себя представляет. Это 100%, вот так, да? 100% натуральный пилинг. Мягко отшелушивает ороговевший слой кожи, возвращая ей тонус и гладкость. Частицы карнаубского и пчелиного воска активируют микроциркуляцию и процесс обновления клеток. Молодые листья березы содержат уникальные биологически активные вещества, которые стимулируют лимфодренаж, метаболизм и выводят токсины. Комплекс растительных масел и экстрактов помогает улучшить состояние кожи. Сочный тонизирующий аромат натуральных эфирных масел подарит заряд энергии. Пилинг идеально подготавливает кожу к применению березового антицеллюлитного масла. Так, не содержит искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов. Необходимо нанести небольшое количество средства круговыми движениями на влажную кожу, затем тщательно смыть водой. Но до этого я такими пилингами не пользовалась. Мне будет интересно попробовать. В данный момент здесь, видите, все упаковано. Меня интересует аромат этого средства. Он такой кремовый. Ой, пахнет так вкусно. Аромат, конечно, сильный. Ой, ну чем же он так пахнет-то? Ну, по идее, должен пахнуть, конечно, березой. Ну, возможно, это береза. Это я обязательно буду тестировать, потому что мне очень хотелось это попробовать. Следующее средство, которое я взяла, можно было выбрать шампунь для детских волос, и к нему в подарок шло детское молочко. Но я сделала выбор в сторону зубной пасты, потому что нам нужна детская зубная паста. С детской зубной пастой срабатывал промокод BABY, который давал скидку. Итак, это детская зубная паста гель 50 мл. Стоит она 440 рублей, со скидкой вышел 396. Аромат я уже попробовала, выглядит вот таким вот образом. Здесь 50 миллилитров. Очень вкусный аромат, мятный. Итак, подходит для ежедневного применения, начиная с появления первых зубов. Бережно очищает зубки, защищает от кариеса, не повреждая эмали. Способствует здоровому формированию и креплению эмали, поддерживает естественный баланс рта.
Гель с нежным вкусом, безопасен даже при проглатывании. Но глотать мы, естественно, его не будем. Так, Германия. 50 миллилитров. Здесь еще какой-то вкладыш в коробочке. Но здесь представлены все зубные пасты, которые есть. Вот солевая зубная паста с календулой, бальзам для десен с шалфеем. Ну, здесь много всего. То есть это такой рекламный буклет, где рассказывается о всех средствах для деток. Итак, покупка у меня вышла на 1060 рублей, это уже со скидкой, и 160 рублей доставка, это у нас получается 1220 рублей я заплатила за данный бокс. Что же у нас шло в подарок? Ну, во-первых, в подарок шел крем для гиперчувствительной кожи лица с Алтеем, 50 миллилитров. Стоимость такого крема на официальном сайте 935 рублей. Возможно, где-то есть со скидками, но я ориентировалась именно на официальный сайт. Выглядит он вот таким вот образом. Вот такой кремообразный. Давайте попробуем, раз он открытый. Сроки годности у косметики хорошие, до середины и конца 2021 года. Очень хорошо впитывается, нежный, увлажняет крем. Пахнет очень вкусно. Аромат такой не сильный, не навязчивый. Давайте я вам почитаю, что тут есть. Тут опять рекламные буклетики. Итак, крем для гиперчувствительной кожи лица с Алтеем успокаивает и защищает от негативного воздействия окружающей среды. Написано без аромата, но я бы так не сказала, он пахнет чем-то таким пудровым. Нежный крем с тщательно подобранным безопасным натуральными компонентами увлажняет, восстанавливает кожу, снимает сухость и раздражение. Алтей лекарственный, смягчает и обволакивает кожу защитным слоем. Ценный экстракт фиалки успокаивает, а кокосовое и кунжутное масла интенсивно питает. Подходит для ухода за сухой реактивной кожей детей и взрослых, а также при атопическом дерматите. Ежедневно необходимо небольшое количество крема наносить на кожу лица. Вот такой вот кремушек. Но я бы не назвала это, знаете, вот отсутствием аромата. Он все равно имеет аромат, имеет запах. Так. Ну, это у нас такие рекламные буклеты по продукции. И вот молочко для тела шло за покупку шампуня. Но я, знаете, просто так подумала, кто у меня будет шампунем этим пользоваться. Я хочу подарить племяшке 20 миллилитров, которые пришли в подарок. А так, в принципе, детский шампунь не нужен. А вот зубная паста нам нужна. Так, и следующий подарок. Это розовое нежное молочко для тела. Здесь 200 миллилитров. Стоимость его на официальном сайте полностью 1408 рублей. Со скидкой сейчас оно 1126 рублей. Давайте откроем, посмотрим. Вот так оно выглядит. Аромат хочется сразу мне попробовать. Аромат защищен крышкой. Ой. Ну, дай чуть-чуть.
тоже легкая текстура, совершенно не утяжеляет кожу. Довольно быстро впитывается, я смотрю. Аромат. Ну, вот я не знаю, розы мне не пахнет, но аромат такой довольно приятный, но островатый. Итак, что же у нас с этим молочком? Это натуральное молочко для тела, бережно ухаживает за нормальные склоны сухости кожи, придавая ей гладкость и эластичность. У меня кожа склонная к сухости, поэтому я подбираю себе гели для душа и молочко, чтобы эту сухость убрать. Благодаря особо легкой текстуре быстро впитывается, не оставляет ощущения липкости. Масло жожоба и семян розы богатые ненасыщенными жирными кислотами, стимулирует естественные восстановительные процессы кожи, делает ее мягкой, бархатистой. Изысканная композиция на основе эфирного масла дамасской розы пробуждает природную женственность и дарит ощущение гармонии. Так, не содержит силиконов, минеральных масел, синтетических ароматизаторов, красителей и консервантов. Перед первым использованием необходимо встряхнуть молочко. Вот. Дальше идет уже реклама. Вот. Аромат приятный, впитывается очень быстро, видите, вот. Все уже не крема для лица, не молочка для тела, все кожа уже впитала. Так, дальше за покупку 1000 рублей можно выбрать было 3 средства. Объемом по 20 миллилитров. Одно из трех средств объемом по 20 миллилитров. Вот так будет правильно. На выбор было розовое молочко, шампунь детский. И что-то еще. Я подумала, зачем мне еще одно розовое молочко, оно у меня уже есть для пробы. Третье средство, не помню точно какое, оно мне тоже не подходило. Я решила взять 20 мл детского шампуня и подарю ее племяшке. Так, ну тут, собственно, вот на 20 мл детского шампуня ничего не написано. Я могу только вам сказать, что это детский шампунь-гель с календулой для волос и тела. Вот, вот таким вот образом. Наверное, вот так поставить надо. Ну и шли саше в подарок за покупку. И с этими их 4 штуки, должно быть 5. Еще одно саше было в буклете. Но мне позвонила девушка-оператор и сказала, что саше в буклете нет. Устраивает ли мне заказ без этого саше? Конечно, устраивает. Саше мне здесь не важно. Мне было важно вот это все. И я дала добро на отправку этого бокса. Причем передо мной еще извинились, что саше в заказ добавилось, а на складе его фактически нет. Что было тоже приятно. Так, итак, что у нас здесь есть? У нас есть здесь саше детского шампуня-геля с календулой для волос и тела. Мягко очищает кожу, волосы малыша. И здесь вот как раз то описание к этому шампуню. Давайте почитаем саше. Хорошая переносимость при гиперчувствительной коже, нейродермите, молочной корке, подтверждена дерматологами и педиатрами. Мягко очищает кожу и волосы малыша, не щиплет глазки. После использования волосы малыша легко расчесываются, не содержит синтетических ароматизаторов, красителей, консервантов, а также веществ на основе минеральных масел. Вот, получается, на 20 мл у нас нет описания, вот на саше оно есть. Следующее – это масло для профилактики растяжек, повышает эластичность и гладкость кожи. Так, это 100% натуральный продукт, эффективно предотвращает появление растяжек, уменьшает проявление уже существующих. Подходит даже беременным женщинам. Повышает упругость кожи. Так. Это надо попробовать. Вдруг какая-нибудь акция, я к ней не готова.
Надо знать, что брать в следующий раз. Так, еще одно саше. Это березовое антицеллюлитное масло. Здесь 2 мл. Его нужно использовать после пилинга. То есть пилинг, потом масло. Поэтому я масло, конечно, тоже попробую. Потому что, ну, вдруг опять такая акция, чтобы быть к ней готовой, что брать. И последнее саше. Так, это... Сейчас я вам скажу, я найду крем-баттер для тела Skin Food. Здесь 4 мл. Про него придется читать. Но я думаю, что для проблемных зон ягодиц, бедер, живота его использовать можно, что я, собственно говоря, попробую. Но он какой-то такой плотный, знаете, прям вот жесткий такой. Наверное, это питательный все-таки крем-баттер. Вот. Вот такая покупочка у меня получилась. Это не единственный заказ. Еще один заказ, он в пути. И вы знаете, я очень довольна. Заплатила я за него 1220 рублей, а по наполняемости получилось 3239 рублей, что довольно выгодно. И... я с удовольствием всем этим буду пользоваться, потому что на данном этапе меня все устраивает. В пустых баночках я, конечно, вам дам полный отчет по этим средствам, понравились они мне или нет. Если вы использовали какие-то средства от Веледы, напишите мне, чтобы я могла сориентироваться при следующей покупке. Идет еще ко мне один заказ. Как только он поступит, я его, конечно, покажу вам. Всем всего хорошего, будьте здоровы, до свидания.